приближается очередной день рождения Алексея. Я буду делать торт для деда. А сделает Артемий торт вместе с Алексеем своими руками, мужскими руками. Давай я сам. Ура! Тём, почитай букву. Нет, вот это слово. Масло. Это какая буква? Масло. 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 Пудка. Аккуратно высыпай. О! Все высыпал? Молодец. Дай пять. Как бетономешалка. Да. Вот так вот. Насыпай да все. Ну, вот, землю. Да, в общем, бетономешалка. Опа! Значит, что мы добавляем? Все. Поворачивай ее так вот. Вот туда. Нет, обратно. Вот так. Все. Теперь. Давай на двоечку нажмем. Я держу. Я. Туда. Только содержимое яйца. Белое туда не кидаем. Давай я тебе его. Подожди. И вот это яичко выливаем. Все? Вот это вот море какое. Да. И остров. Желтое. Желтое море. Да?
И теперь аккуратно, только вот так, смотри. Перемешиваем вот так вот. Вот, только не сильно, медленно. Молодец. Смотри. Конечно. Мне так очень классно. Да, здорово. Я вот так вот делаю. И вверху вот так вот. Раз. Два. Три. Классно. Как пахнет путем? Покажи, какой ты сделал колобок. Ловлю. Так, у нас с тобой будет форма вот такая, да, Артём? Держи вот здесь. Держишь? Нам пока не нужно, потому что следующий будем делать. Давай перевернем его. Так. Смотри, выкладывай посередине. Сначала мы с тобой ладошкой прижимаем его аккуратно, тихонечко. Прижимай.
готовим торт. Нормально, Тём? Так. Давай еще. Идем. Умница. Класс. Такие узоры получаются. Молодец, Тёма. О, буква. Что это за буква? На какую букву похоже? Молодец. Подожди.
яйцо не свернулось. Вот в чем вопрос. Какие здесь цифры? Скажи мне. 1, 2, 3, 4. Молодец. Какао, да?